Пусть он бережет нашу любовь. Молодцы. А теперь минуточку внимания. Познакомьтесь с нашим новым... Ой, кто это у нас тут? Учеником. Адиса... Можно без отчества. Замечательно. Проходите, не стесняйтесь. У нас очень хорошая атмосфера. Нам очень не хватает мужской энергетики. Наташа, подойди, пожалуйста. Так, ручку. Надеюсь, вас не смущает разница в возрасте? Нет, не смущает. Прекрасно. Иногда такой мезальянс делает танго более страстным. И вообще, мужчинам зрелого возраста очень полезно общаться с молодыми энергичными девушками. Это вдохновляет. Правда, Ильдар? Еще бы. Продолжим. Вот так, по местам встали. И начали. Хорошо. Ирка, она сразу в слезы, посмотри на нее, ну... Ир, ну не обижайся, пожалуйста, на нее. Ну ты же знаешь, Арина, она всегда все объясняет как-то с юмором. Я не обижаюсь. Арина вообще тут ни при чем. И потом она вообще не в курсе, что у тебя происходит в жизни. Да, конечно. Извини меня. Да. Ну иди, иди занимайся. А ты? Я не хочу. Ничего больше не хочу. Ну, бедная Ира. Ну, так же нельзя, слушай. Ну, я устала. Хочу заснуть, проснуться, чтобы ничего этого не было. Валя, ну сколько можно ждать? Да-да, я иду, иду. Давай идти. Извини, пожалуйста, ладно, я пойду там репетирую. Ты потом вообще, ты знаешь, сегодня танго начинаем. Я тебе позвоню, ладно? Вечером, как всегда, поболтаем, ладно? Всем привет! Молодец! Вот такой тебя люблю я. Привет. Привет, чего опоздала? А, муж ушел к другой. Серьезно? А? Сегодня? Нет. 2 месяца назад. Молодой любовница. Не бросать же из-за этого занятия. Конечно же нет. Я же всегда говорю, все свои проблемы оставляем за дверью. Ну? Танец лечит. А муж калечит. Молодец. Продолжим. Адис-то наш Наталью провожать пошел. Да, как друзья. Видали? Как вот. Слушайте, а у нас же скоро выступление будет на фабрике кондитерской. Ну да. А он вообще-то, интересно, выучит это танго? Ой. Ну, с нашей Ариной он все успеет. Странный мужик на качельках качается. Нормальный мужик. Точно маньяк. Валь, у тебя все мужики маньяки. Нет, он какой-то подозрительный.
Пойдем, до подъезда твоего проводим тебя. Да, пойдем лучше. Так целее будешь. Ой, что-то меня напугало. Мужик на качелях ночью. Простите. Вы кто? Я настройщик. Какой настройщик? Настройщик роялей. От меня вам что надо? У меня нет рояля, я вас не вызывала. Нет, нет, извините, я не хотел вас напугать. Просто у вас там было открыто. Собственно, я по поводу вашего мужа, Олега. А, ну вот как раз увидите его и передайте ему это. Нет, а мне-то они... А мне тоже они не нужны. Нет, не нужно. Да я вообще больше не жена. Нет, вы, видимо, неправильно меня поняли. Я ищу Олега. Вы подождите, простите. Просто я не поняла, вы что, вы разве не друг, не коллега, не товарищ по играм? Как это у вас называется? Товарищ по играм? Каким играм? А, да нет, нет, конечно, нет. Я ищу его. Я подумал, может быть, он здесь, у вас. И вообще-то я от Алены. Извините, от какой Алены? Ну, Алены. Ах, от Алены. И мне очень нужно его найти. Да? Тогда, может быть, вам поискать его у вашей Алены. А я ничего не хочу больше знать. Ни о нем, ни о ней, ничего! Пожалуйста, не так громко. Мои уши не выносят шума. И не говорите о ней так неуважительно. Это почему же? Какая-то стерва. Уйдет у меня мужа, я должна выбирать выражение? Потому что это, как вы выразились, это моя дочь. И моя Аленушка, она очень добрая. Вы даже не представляете себе, какой доверчивый человек. А? Ну пусть не будет такой доверчивой дурой, потому что ее постигнет та же участь. Он тоже ее бросит. Но зачем вы так? Как? Радуетесь. Да, я радуюсь. Мой вам совет. Обратитесь к врачу. Что? Вы хам! Вырастили вертихвостку! Плохо ее воспитали! Еще осмелились сами ко мне сюда прийти! Убирайтесь! И вещи заберите! Для своего будущего зятя пригодятся! Точно, маньяк какой-то. Да нет же, ходите я не... Ходите за мной по пятам, следите. Я не такой. Но, понимаете, просто моя Алена, она очень переживает. Для нее это такой стресс. Она даже может умереть. А ваш муж, он уже 2 дня не появляется дома. Да, у нее стресс, правда? Надо же, а вот у меня ничего. Ничего не умрет. А она не первая и не последняя, которую ваш Олег бросает. Я понимаю. Вы огорчены и даже расстроены. Но моя дочка... Послушайте, вы ненормальны. И нет никакого дела до вашей дочери. Еще одно слово, я позову милиционера. Ну что, проходите, Ирина Петровна. Дядя Коль, по-моему, пропуск забыла. Здрасте. Да ничего, проходите. Пройду? Да. Спасибо. Здрасте. Вы
Ирочка, это кто к нам приехал? Наша Вероничка. Римма Марковна, расстегните, пожалуйста. Ой, красавица. Девочки, у меня новость. Я выхожу замуж. Девочки, нашла себе сверстница. Ира, ну что ты в самом деле? Ну правда, Ирина Петровна, не мамочки же. Вы так молодо выглядите, а ворчите, как пенсионерка под окном. Ну пускай ребятеночек расскажет поподробнее, за кого. Ой. Ну не интригуй, за того, за миллионера. Давай поподробнее, за этого богатого бизнесмена. Нет, за спортсмена. Ира! Ну какой толк от спортсмена? Он молод, не гроша за душой. Разве что слава. Слава, как и молодость, она пройдет. А тут мужчина разведен, за 40. Все есть. Яхта, особняк, тачки, все. Вероника, понимаете? Детка, а тебе вообще не интересно, как будет жить теперь его бывшая жена? Вы, Ирина Петровна, отстали от жизни. Сейчас каждый сам за себя. Тем более кредитов у нее хватит. И потом, не я, так другая бы подобрала. От Ирины муж ушел. К молодой. Вот она и не в себе. Так мы и жениха сразу найдем. Прямо на моей свадьбе. Римма Марковна. И то правда. Клин клином вышибают, я и сама об этом говорю. Счастье-то в любой момент можно встретить. О, смотрите, какой мужчина. Красивый, импозантный. Наушники надел. А вы говорите женихов мне. Вон, жених хоть куда. Я сейчас охрану позову. Ну зачем вы так, Ирина Петровна? Я ж поговорить с вами хочу. Нет, вы смерти моей хотите. Да если, собственно говоря, по делу. Вот, видите, мне и пропуск выписали. Я вам потом все объясню. Видите, 3 часа прождал вас на морозе. Простыл. А мне болеть категорически нельзя. А вы чаю с малиной попейте. Ирина, приглашай гостя. Вы не стесняйтесь, не стесняйтесь. Приходите. Спасибо. Есть место, там нам никто не помешает. У нас на фабрике нет места для сумасшедших. Я нашел. Успокойтесь, а то вас сейчас как ведьму несет в окно. У вас столько нерастраченной энергии. Опять? Вы почему постоянно врываетесь в мою жизнь и оскорбляете меня? Извините, я больше не обижу вас. Обещаю. 3 минуты. О чем пойдет разговор на этот раз? Об Алене? Честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Но очень важно, чтобы вы поняли меня. Ну где, где состоится этот серьезный разговор? А, мы уже пришли. Вот. А откуда у вас ключи-то от актового зала? Он у нас открывается только по великим праздникам. Я настройщик. Угу. А рояли, как правило, стоят в актовых залах. Угу. Предложил вашему начальству свои услуги. Заметьте, совершенно бесплатно. На шефских началах, так сказать. Замечательно. Ну, о чем вы хотели поговорить со мной? Я настройщик. Я уже это слышала. Да. Простите, что повторяю одно и то же. Волнуюсь. Так. Потерпи, дорогой. Сейчас мы тебя полечим. Лучше, а как же иначе? Так. Слышите, звук раздваивается. Очень неприятно звучит. Грубо, резко. Скажу без ложной скромности. Я очень хороший настройщик. Может быть, вы подойдете поближе? Пожалуйста. У меня действительно мало времени. О чем вы хотели поговорить со мной? Вы очень красивая, умная женщина. А он эгоист. И любит только себя. Он недостоин вас. Это не вам решать. У вас еще есть время настроить вашу жизнь правильно. Вот, как эту ноту. Чувствуете? Чувствуете разницу? То есть, вашей дочери он достоин?
Аленке всего 18. Она влюбилась в первый раз. Искренне и страстно. Я смирился. Страсть пройдет, но на это нужно время. Не забирайте его обратно. Она очень ранимый, чуткий и слабый человечек. Она может не вынести предательства. Вы себя сами слышите? Вы предлагаете мне отдать на время моего мужа. Вы знаете кто? Вы... Да я как... Извините, я готов убить его. А вместо этого бегаю по городу, как ищу его. Вот и убейте его. Да у вас даже ревности нет. Это просто обида, Ирина Петровна. Обиду легко пережить. Это не ваше дело. Я отец, и вам не понять мое беспокойство. Я навел справки. У вас нет детей, поэтому откуда? Никогда не попадайтесь мне больше на глаза. Инструмент хороший. Только запущенный. Ну не молчи, рассказывай. Что он тебе говорил? Куда приглашал? Рим, у меня уже голова трещит. Не пытай, а? Да у тебя голова трещит, потому что все время оглядываешься. Я оглядываюсь? Да, ты даже вообще идешь-то как-то боком, как раб, чтобы тебе удобно было по сторонам глазеть. Я тебя понимаю. Мужика отшила, а теперь надеешься, что он к тебе вернется. Рим, ты вообще не понимаешь, о чем идет речь. Вообще, я так с мужчинами легко не знакомлюсь. Ну, знаешь, на старуху бывает проруха. Зачем ты его отшила? Мне он очень понравился. Такой мужчина хороший. Ну, возьми его себе, забирай. Я не могу. Он на тебя глаз положил, подруга, это святое. Он на моего мужа глаз положил. Что? Не может быть. Он что, из этих? Боже мой, никогда бы не подумал. Он что, от тебя-то хотел? Хочет забрать моего Олега. Он ему очень нужен, понимаешь? Да ты что? Как все у тебя интересно. Пожалуй, сейчас с тобой пройдусь. Свет горит. Ой. Он дома. А вам-то какая разница? Видите, я не ошибся. Он к вам вернулся. А что здесь такого? Муж вернулся к жене. А вы пойдите, поищите себе кого-нибудь посвободней. Рим, прекрати, а? Я сама ничего не понимаю. Сейчас пойду разбираться. Я тоже должен с ним поговорить. Нет уж. Сначала я. Все-таки я жена, хоть и бывшая. Стойте. Нет, я... Подождите. Побудьте со мной. Подождем вместе. Иришка. Ну, привет. Привет. Дай-ка я тебе помогу. Положи сюда. Так, пальто. Ты замерзла? Замерзла. Идем, 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 идем. Смотри-ка, вот вино твое любимое, салатик нас что ждет. Что ты здесь делаешь? Тихо, тихо, тихо. А что такое, а? Почему такое настроение плохое? Что, что-то на работе случилось, да? Олег. Все, 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 все. Олег! Сейчас. О, вот это красота. Давай-ка поужинаем, да? Сытый человек, как известно, добреет. Вот. Так. Олег, прекрати. Угу. Хватит делать вид, что ничего не произошло. А что произошло, а? Хорошо, я напомню тебе. Ну-ка, интересно. 2 месяца назад ты ушел к другой. Угу. Молодой и красивый. О, Господи. Так. И что ты теперь делаешь здесь, в моем переднике? Ну, передник, насколько я понимаю, все-таки мой, да? Готовлю нас дома я всегда. А потом... Верочка. Ириш, я вернулся. Вернулся? Да. Что-то забыл? Нет. Я не понимаю, чего ты такая раздраженная, а? Вечер уже, поздно. Я пришел домой, устал. Ты тоже устала. Я здесь живу. Жил? Теперь ты живешь в другом доме. Нет, моя дорогая, я здесь живу. Да, это яствует из моего паспорта. Я здесь прописан. Так что могу приходить, когда захочу. Вот так. Давай-ка. Давай-ка зажжем свечки. Смотри, как красиво. Ну, давай. Давай выпьем. Давай. Понятно?
Ну? Я голоден, как зверь. Зверь? Ага. Ты не будешь здесь есть. Ира, ради всего святого. Ради всего чего? Святого? Смотри, блинов. Все. У нас больше нет ничего святого. Убирайся! Ну что с тобой, а? Ну что ты делаешь, а? Ты же знаешь, как я люблю истеричек. Я истеричка? Да ты. Слушай, я тебя прошу. Я тебя прошу, не кричи, пожалуйста, а? Давай все решим спокойно. Ну, конечно, я истеричка. Кем же мне еще быть? Так, я поднимаюсь. Променял на какую-то малолетку. Вы знаете код? Так, тихо, так. Подъезд закрыт. Тихо! Черт. 32. Ну, набирайте же, набирайте быстрее. Ну, не мешайте мне, я забыла. 32. Дурацкая дверь. А, 32. Как сбросить? Ну. 32. Ой, здрасте. А? Спасибо. Да, быстрее, быстрее. Мне, мне плохо без тебя, понимаешь? Мне, мне пусто. Я возвращаюсь из командировки домой и... Понимаешь, что все, я хочу к тебе, я хочу... Я хочу в наш дом. Я скучаю без тебя. Я привык к тебе. Ну, прости меня, а? Пожалуйста, я прошу тебя, ну, прости меня, я ошибся. Ну, так бывает, понимаешь, я устал. Мне захотелось чего-то нового. Мужчинам после 40 часто хочется какой-то молодой энергии. Да, мне говорили на уроках танго. Мужчинам зрелого возраста общение с молодой девушкой дает жизненную силу. Ну вот. Ну, ты же сама все знаешь. Ну, какая же ты у меня умница, а? Послушай, уроки танца идут тебе на пользу, а? Да пошел ты! Ты что, а? Ира! А ну, уходи отсюда! Ты что, с ума сошла, а? Ира! Уйди, я тебя не хочу! Ира, перестань! Ты что? Уйди, я сказала! Ира, я тебя прошу! Ты с ума сошла? Ира! Ты сожжешь дом! Поляк, прекрати! Ты что наделал? Чего? Это же отец Алены. Какой Алены? Твоей любовницы. Что? Иван Семенович? Эй, вы как? А, вставайте. Тихо, осторожно. Осторожно, тихо. Иван Семенович. Тихо. Живы. Силантичий. О, Господи, простите. Я не понял, что вы здесь делаете, а? Какого черта? А то ты не знаешь. Он тут два дня тебя караулит, а дочечки свои беспокоится. Иван Семенович, простите. Здрасте. Все, хватит. Давай, топай отсюда. Чего? А то я за себя не ручаюсь. А давай, проваливай. Идти, а? Куда мне идти, я не понял. Здесь мой дом, никуда я не пойду. Знаешь что, мне все равно. Уходи, ищи себе новую жену, новый дом. Я не понял, давай. А? Сил моих больше нет, уходи. Топай! Ты пожалеешь об этом я еще? Я устала, я прошу тебя. Ты что, с ума я сошла? А? Топай, руки топай! Уже я иди. Сказал, не трогать хватит меня! Хватит издеваться, а руки! Руки! Слушай, он живой, а? Живой. Без сознания, наверное, да? Слушай, он мне нравится. Отыгрался за тебя, как лев. Не волнуйся, он дрался за свою дочь. Я тут ни при чем. Какую дочь? Его дочь – любовница Олега. Что с ним делать-то будем? Что делать? Откачивать, а там уже разбираться? Вроде дышит. Сейчас лед принесу. Эй! Дядька! Ну-ка, вот так вот. Смотри, он одет хорошо. Следит за собой. Не пьющий. Откуда ты знаешь, что он не пьет? Да не пью я. Вы все слышите? Слышу. Совести у вас нет. Давайте, поднимайтесь. Слышите, нет? Давай его на диван. Давай. Ну-ка, нужно. Тяжелый какой. Давай. Голову держите. Ну, слышите меня? Да, слышать могу. А вот я двигаться не могу. Голова кружится. Все плывет перед глазами.
Не верю я вам. А я верю. Спасибо, Римма. Нет, вы лед-то приложите, вам легче будет, да? Да. Ой. Он ушел? Да ушел, слава тебе, Господи. Все о своем. Ира, ну что ты? А ты знаешь, почему он спрашивает? Знаешь? Он делает все, чтобы Олег меня бросил и вернулся к его дочке. Да не может быть. Вы же такой приличный человек, вы не можете. Могу. Ради дочери я все могу. Привет, 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 дорогая. Садись. Сейчас. Ну, подожди, наконец-то. Ты, где ж ты был? Держи. Ну, где ты был? Я был в командировке, ты же знаешь. А я тебя ждала. Я сидела на окне все время, ждала, пока ты придешь. Да, вон там, на подоконнике. Ну, хороший. Скажи, у нас есть что-нибудь поесть? Что? У нас есть что-нибудь на ужин? Ну, ты же всегда звонишь. И если бы ты мне позвонил, я бы что-нибудь приготовила. А ты не позвонила, я... Прости. Омлет будешь? Тебя не было 2 дня. А ты даже не подумал, у тебя даже в мыслях не было мне позвонить. Я ждала тебя, ждала 2 дня. Алёнушка, ты, Алёнушка, мне ужин приготовила. Олег, я должна сказать тебе что-то очень-очень важное. Алён. А можно я сначала поем, а? Нет, это важно. Ну, хорошо. Я слушаю. Я люблю тебя и... А я знаю. И то, что ты дальше скажешь, я тоже знаю. Только очень хочется есть, понимаешь? Хочется тишины, покоя в конце трудового рабочего дня. Вот такая штука. Черт. Черт. Что ж за день такой, а? Что ж за день такой, а? Человек работал. Работал. Весь день ловил мамонта. Охотился, поймал, принес. На! Ешь! Нет. Вместо этого слезы, упреки. Запах... Как понять, а? Горелого мяса. Ты знаешь, мне иногда кажется, что я для тебя всего лишь увлечение. Алена. Алена, перестань, а? Алена. Я устал от такой жизни. Ты все время от меня чего-то требуешь, чего-то все время хочешь, чего-то тебе надо. А я не домашнее животное. Я не буду. Слышишь? Я не буду целыми днями сидеть рядом с тобой, держать тебя за руку, говорить тебе о своей любви. Нет. Вот Ирочка, Ирина меня понимала. Она понимала, что мне нужна свобода. Да, она не делала много другого, но в этом... В этом она меня понимала. Олег, стой! Стой! Не уходи! Не уходи! Что такое? Только что не к ней, такое? Только не к ней! Я прошу тебя, пожалуйста! Алена, пожалуйста! Алена, тихо! Алена! Ну что такое, а? Спокойно. Я в магазин. Понимаешь, в магазин. Куплю что-нибудь поесть, ладно? Все. Алена, ну не надо. Ну не надо плакать. Господи, ну запомни. Ну я тебя прошу. Запомни, слезы на меня не действуют. Ну все, я сейчас.
молчишь? Все в порядке. Просто молча размышляю о дальнейшей жизни. Господи, какая дальнейшая жизнь? Ты что, не понимаешь, наша жизнь уже закончилась? Что у нас впереди? Серость, работа, дом, ужин, сон, все. Пусть. Зато я хочу прожить этот серый остаток дней спокойно. Ну и дура. Судьба посылает тебе последний шанс. Она посылает тебе пусть странненького, но мужчинку. Ты совсем от одиночества сбрендила. Ты любого проходимца принимаешь за жениха. Молодец. Только я на такие авантюры не способна. А, авантюры. Зря ты так. Я в этих делах не ошибаюсь. Я на него посмотрела и сразу поняла, он хороший. Все хорошие, давно при женах сидят. У меня нюх на приличных мужиков. Где был наш нюх, когда мы мужей выбирали? Ну, так все же приходит с опытом. А я этого вижу. Он холостой. Я уверена, у него пуговица вот-вот оторвется. Ой, наивная ты. Пуговицу заметила. Но не заметила, как он добился своего. Олега-то я из дома выгнала. Так что мы нашего настройщика, думаю, не скоро увидим. Ой, как ты хорошо сказала, нашего настройщика. Давай еще и позвони мне, как доберешься. Слушай, а давай мы за ним теперь будем следить. Узнаем, где он живет. То сего. Иди давай уже, сказочница. Давай, давай. Пока-пока. Давай. Римусь, позвони мне, не забудь. Ой, Вань, здравствуй. Ты что так поздно тут? О, здрасте, Ирина Петровна. Да вот Ленку с работы ждем. А вы чего так? А я подругу провожала. А? Плачет. Ну да, вот. Качаю, качаю. Да и мама наша чего-то задерживается. Ну да, я его покачаю, а то он так себе, не дай бог, грыжину кричит. Ой, слушайте, попробуйте, а, Ирина Петровна, а то я вообще устал уже. Ой, какой хороший. Ой, какой плачет. Ой, какой мальчик. Ой, Соска. Ой, я смотрю, у вас хорошо получается. А вот и наша мама идет. Лен, ну ты чего так долго, а? Я задержалась. Здрасте, держите, Ирина Петровна. Плакала. Ты скажи спасибо, а то я с ним намучился. Какой же ты мученик, это радость. Все, еще раз спасибо. Ирина Петровна, до свидания. Спасибо вам большое. До свидания. Поехали. Спасибо. С наступающим. И вас также. С наступающим! Пожалуйста. Да ну вас! Ага. Иван Семенович, опять напугали. Силантич, вот тоже решил зайти на елочный базар. Пора надо елку ставить. Вы тоже к Новому году готовитесь? Готовлюсь. Буду встречать его в полном одиночестве, как вы и хотели. Мужа моего из дома выгнали. Ну, чего от меня еще хотите? Все. Пожалуйста. Счастливо. Я, собственно, мимо шел, просто шел. Да и думаю, проведаю, как вы. Привык, наверное, за эти дни. К чему привыкли? К вам. Приходить в ваш двор, наблюдать за вами, смотреть на вас. Перестаньте. Просто решили проверить, не вернулся ли ко мне Олег. Простите. Сейчас. Подержите, пожалуйста. Сейчас. Говорили, что вы пьете. Это я для храбрости и для тонуса. Боюсь простудиться. Хотите? Зря. Хороший коньяк. Я обдумал всю эту вашу жизнь. В каком смысле? Да вот, гляжу я на вас. Вся эта ваша мещанская философия жизни с Олегом Константиновичем. Почему я должна слушать весь этот бред? Знаете что? Забирайте свою елку, мне домой пора. Вы уже давно не любите его. И это заметно. Осталась только привычка. Ну, это понятно. Он умен, заботлив. Уютная квартирка, новенькая машинка. Два раза в год отдых на море.
Что три? Отдых на море не два раза в год, а три. Вот я и говорю, все пучком, быть налажен. И в какой-то момент вам становится совершенно все равно, кто с вами рядом. Ну, дальше, дальше. Вы поймите, я не хочу вас обидеть. Я пытаюсь размышлять вслух. Вы размышляйте, только ближе к сути. Ну, в общем, я хотел вам сказать, чтобы вы не боялись одиночества. Это скоро пройдет, правда. Или вы привыкнете, или встретите еще вместо него какого-нибудь хорошего человека. Вместо кого? Вместо него. Вы ненормальный. Но он же предал вас! И предаст еще не раз! А моей Алене нужно только время, чтобы это понять! Вы постоянно преследуете и оскорбляете меня! Но сегодня не ваш день, Иван Силантич! Спокойной ночи! Я надеюсь, мы больше с вами не увидимся! Алло. Вас плохо слышно. Рим, ты? Извините, это из милиции. В мобильном телефоне потерпевшей Алены Сметаниной ваш номер значится как дом любимого. Потерпевшая? Мы везем ее в больницу. А что с ней? Она выбросилась из окна. Ее везут в третью городскую больницу. Подъезжайте. Она жива? Жива, не волнуйтесь. Вы приедете? Да. Да-да-да, я приеду. Где ж тебя черти носят, а? Алло, Семен, ты не знаешь, где Олег? Черт. Извините. Здравствуйте. Сметанина, Алена. Вы мать? Вы понимаете, мне позвонили из милиции. Да не волнуйтесь вы так. Все обошлось. И ребенка сохранили. Ребенка? Она что? Детки пошли, а? Родители последними узнают. Да не волнуйтесь вы. Вон она возле окна лежит. Алло, Олег. Наконец-то. Я тут в больнице с Аленой. Как какой? Перестань притворяться. С твоей Аленой. Приезжай, сам все узнаешь. И будь добр, созвонись с ее отцом. Как посмотрю в глаза соперницы.
чтобы ей было больно. Посмотрела? Она ребенок. Ой, ой, ой. И мы ее пожалели, да? Ира! Перестань! Примусь. Она беременна. Олег так хотел детей. Наверное... В общем, наверное, все будет хорошо. Ну, а что ты плачешь, скажи? На душе скверно. Скажи, а Сметанин? Сметанин был там? Я не нашла его. Олег, приехал в больницу, я сразу уехала. Привет! Ну и по какому поводу сегодня слезы? Я вам пришла кое-что рассказать. Вероничка, нам сегодня не до тебя. Я в опере была, на Кармен. Да что ты? Да. У нас тут своя Кармен и Хосе. Сразу два. Ир, привет. Я за тобой. Зачем, я не просила? Перестань. Я уже жду тебя больше часа. Мне что, заплакать от счастья? Ирочка, ну я не понимаю, зачем ты так? Это очень важно. Садись. Делу давай выкладывай. Только без предисловий. Хорошо, я вчера забыл ключи. Пришлось ловить тебя на работе. Негде поужинать? А почему ты не в больнице? Я был в больнице. И поужинать даже успел. Да, я не понимаю, ты что, хочешь устроить мне опять скандал, да? Какая же ты скотина, Олег. Согласен. Согласен, я поступил с тобой. Да я не о себе. Я о твоей Алене. Не знаешь, она извела меня, понимаешь? Она измучила меня своими упреками, своими слезами. Нет, это ты ее извел. Придумал себе эти отношения с ребенком, с маленькой девочкой. А потом взял и бросил ее. Пропал. Конечно, она шагнула из окна. О, Господи, шагнула из окна! Не смеши меня. У нас низкие подоконники, понимаешь? Она привыкла сидеть, меня ждать. Я ее предупреждал. Останови машину. Ну что, что такое, а? Господи, какое чудовище ты, а? Ну что? Ира, ну что со мной не так? Что все время со мной не так? Что не так? Алена беременна. Я знаю, что Алена беременна, и что? Ты так хотел иметь детей? Хотел. Да, я хотел детей. Я хочу детей. А, я понимаю. Больших взрослых детей с двумя высшими образованиями, с которыми поменьше хлопот, да? Ирочка, давай так. Давай сейчас вернемся домой, ладно? Спокойно поговорим. Да нет. Здесь и сейчас мы поговорим. Потому что так не бывает, Олег. Детей надо растить, любить, лечить. Чего ты завелась, а? Чего ты завелась? Не будет у Алены ребенка. Это почему это не будет? Не будет. Ты видела, в каком она состоянии? Лежит, не двигается, еле дышит. Речь бессвязная. Что со зрением, непонятно. Нет, врачи ей не дадут. А что у нее со зрением? Я знаю. Все плохо. Врачи опасаются, что если она и выносит, то роды будут тяжелыми. Перестань, Ира, ну перестань.
Ты же знаешь, как я хотел ребенка, как я хочу ребенка, но не сейчас, понимаешь? Не завтра, но потом, позже, Господи, черт, еще это повышение на работе. Ирочка, я запутался, я не знаю, что мне делать. А давай эту девочку себе возьмем. Какую девочку? Твою Алену. Она же девочка совсем. Родит нам ребенка, мы будем его воспитывать. Это же твой ребенок. Что ты говоришь? Я знаю, ты хочешь ребенка. Не получилось. Алена здесь при чем, а? А если она ходить не сможет? А если она... Ты что, будешь ухаживать за ней и за ребенком, а? Я все смогу. Я смогу. Знаешь, сколько у меня сил? Я вчера соседского малыша на руках держала. Это такое счастье. Ира, ты с ума сошла, что ли? Ты меня хочешь с ума свести? Я даже не знала, с кем я живу. Ты страшный человек. Ира, я думаю о нас. Слышишь? Не надо думать о нас. Документы о разводе возьмешь в суде, я договорюсь. А ты? Тебе жизнь дает последний шанс. Ты хоть это понимаешь? Все будет хорошо, правда. Это я во всем виноват. Это мое воспитание. Я ведь Аленку один воспитывал. А мать? Мама наша оперная певица. Кстати, известная на весь мир. Ускакала на гастроли, когда Аленке еще и 6 не было. И видеться с ней в лучшем случае раз в году. Клава давно сделала карьеру на Западе, я понимаю. Голос не любит простоев. А ребенок любит простое? Да не об этом сейчас речь. Клава действительно очень занятой человек. А я для Аленки был и мать, и отец. Сопли, кашель, простуда. Стирка, уборка, уроки. Все на мне. Я оберегал ее буквально от всего. Встаньте, пожалуйста. Она привыкла доверять мужчинам. Я не научил ее, что доверять можно не всем. А теперь у нее проблемы со зрением. И она ждет ребенка. Я знаю. Можно мне зайти к ней? Не стоит. Почему? Я, конечно, тюфяк-тюфяком, но в женской психологии кое-что понимаю. Ваша соперница и так повержена. Вы меня извините за прямоту, но вы действительно тюфяк. Лично меня никогда не радовало чужое горе. Спасибо.
здесь? Сейчас мы девочке укольчик сделаем успокоительный. Она немножко поспит. А завтра уже сможете ее домой забрать. Ну, или как там, решите. Мама. Мама, это ты? Ну, а если решитесь на аборт, то, конечно, придется полежать. Немножко в гинекологии. Я не хочу. Я не хочу в больнице. Шш, уберите это, что? Тихо, я не хочу. Тихо, тихо, тихо. Папа, тихо. Папа, где папа? Папа, тихо, я не хочу. Не, не трогайте меня. Успокойся. Вы не мама. Тихо, тихо. Я не мама. Вы не мама. Знакомый Василий Антич, успокойся. Папа, папа. Я здесь. Я здесь, доченька. Так, я здесь. Руку держите. Тихо, 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 тихо. Да, да. Тихо. Все будет хорошо. Ты выздоровеешь и будешь видеть. Успокойся. Успокойся, Милана, успокойся. Да. Вон папа как тебя любит. Скоро ты поедешь домой, он заберет тебя из больницы. Все будет хорошо. Я не хочу его видеть. Тихо-тихо-тихо. Кого? Олега. Ложись. Это из-за него я слеп. Отдыхай. Вот так. Уходим, уходим, уходим. Вот так. Что у нее с глазами? Глаза здоровы, это все нервное. Это лечится? Может, завтра пройдет, может, нет. Вы можете успокоить. Вы знаете, я здесь такого насмотрелась. А можно я все-таки побуду? К сожалению, нет. Врачи сказали, она может не выносить ребенка. Ерунда. Она отдохнет, восстановится, и все будет отлично. Она же почти ничего не видит. Может порезаться, оступиться, упасть. За ней глаз да глаз. Знаете, за здоровыми-то людьми нужен глаз да глаз. А дети есть дети. Клавдия приехала. Она сейчас у главврача. Ой, боже мой, Ваня, какой кошмар. Значит так, послушай меня внимательно. С Гирей Ивановичем я обо всем договорилась. Ну, после аборта отдельная палата. Уход, как положено. Еду будет привозить моя тетка Маша. Вот. Но главное, не вези ты ее домой. Сними гостиницу. Поживете немного там, а то я боюсь, дома ей все будет напоминать об этом, как его, ну... Олеге! Это кто? Вот, познакомьтесь. Ирина Петровна. Здравствуйте, я знакома Ивана Силантича. Клавдия. Ой, ну все, мне пора, Вань. У меня через 3 часа самолет. Мне нужно как-то... собраться с мыслями. Не подведи меня, ладно? Девушка, помогите ему. Он у меня такой беспомощный, а? Пойдем, Ваня, пойдем к Алене. Пойдем скорее. О, Господи, я так устала. Завтра Италия, Ласкала, а я... Ой, тут на меня все это так навалилось внезапно. Ой. А внуки у нас еще с тобой будут. Вот увидишь, будут. Я в этом не сомневаюсь. Представь, такой смешной бутуз. Сразу на трехколесном велосипеде. Так поздно. А, я уже домой собираюсь. Уже все. Ну, я-то ладно. А ты что? Что случилось с тобой, а? На тебе лица нет. У одних знакомых дочка заболела, я переживаю. Это ужасно, я знаю. Когда дети болеют, это ужасно. Валя, можно к тебе в гости напроситься? Домой ноги не идут, так тоскливо. Новый год все-таки. Ну, конечно, пойдем. Ну, ты что? Ведь тебя так любят мои дети, ну. А вот у меня нет детей. А вот эта девочка
Дочка знакомых, она беременная. Болеет. Может, это хоть какой-то шанс для меня. А это точно дочка твоих знакомых? Ну, это та самая любовница Олега. Но мне кажется, я должна ей помочь. Да ладно тебе. Хватит тебе убиваться-то. Мне даже кажется, я виновата, что она болеет. Бог мудрее нас, баб обиженных. И потом она не ребенок. Может, все еще и обойдется. Спасибо, Валь. Спасибо. Ты куда? Спасибо, до завтра. Ремусь, ты уже дома? Алло, Ирочка, это ты? Я просто так позвонила тебе поболтать. Тем страшнее. Дай-ка я угадаю. Олег выгнал тебя из дома. Твои фантазии однообразны. Ты не угадала. Да что ты? А, наверное, Иван Силанович пожаловал, да? Ремусь, у меня есть шанс стать мамой. Я могу усыновить ребенка. Ужас. Ты что, с ума сошла? Ты помнишь, сколько тебе лет? Я знаю, сколько мне лет. Когда ему будет 20? Знаешь, я считать умею. Кто разрешит тебе усыновить ребенка? Понимаешь, это ребенок Олега, но там дело не в этом. Я тебе звоню не поэтому, не чтобы посоветоваться. Ты можешь мне помочь? Хочу сделать тебе новогодний подарок. Возглавь вместо меня отдел. Стань начальницей. Все-таки я ничего не понимаю. Ты что, выпила? Послушай, не надо торопиться. Утро вечера мудренее. Утром встанешь, все обдумаешь. Я к тебе приеду, мы с тобой все обсудим. Я на тебя надеюсь. Подожди, я сейчас приеду. Все, пока, отбой. Беру. Состояние дочери дороже. Мы Аленку об этом тоже спрашивали. Она согласилась. А она все понимает. Что она может понимать в таком состоянии? У нее стресс. Ау, сметанин! Бежим! Куда? Туда! А что будем делать? Как что? Рожать! Не волнуйтесь, я помогу вам по уходу за Аленой и за малышом! Вы серьезно? Серьезнее не бывает! Я делаю вам предложение. Вы согласны? Да. Тогда быстрее! Где я? Ты? Ты дома? Ну как? Ну как же дома? Вот, вот шкаф. У нас дома нету здесь шкафа. Да чур. У нас ремонт. Надо же подготовить комнату для малыша. И мы будем пока тут жить, у Ирины Петровны. Так что давай, привыкай, котенок. Папа, я не хочу жить. Что? Я не хочу этого ребенка. Он мне не нужен. Он ему не нужен. Ну что ты? И вообще, зачем мы здесь? Зачем мы сюда приехали? Ну что ты? Что ты, доченька? Что ты? Не пугай меня. Он мне нужен. Ален, тебе надо поесть, успокоиться. И вообще, ну что вы все? Он, да он. А? А кто у меня будет? Девочка.
Нет! Силантич. Да? Скажите мне, что все будет хорошо. Мне страшно. Конечно. А все и так будет хорошо. Ну, а как иначе? А я боюсь. Вот, руки дрожат, смотрите. Есть верное средство. Горячее молоко с медом. Пойдемте вскипячу. Эх, выпьем, верная старушка. Опять оскорбляете? Ирина Петровна, вы нервничаете. Да у меня уже рефлекс. Чуть что, как сторожевая собака. Я такой же. Вау! Горячие? Спасибо. Это самые первые дни трудные, а потом все наладится. Угу. Только вы Алене не говорите, кто я. Почему? Вы же такая добрая. Замечательная. Но лучше ей не знать, что я жена Олега. Хотя бы первое время. Хорошо. Вы же сами говорили, все равно с кем жить. Дурак. Нес всякую ахинею. Простите. Прощаю. А давайте к морю поедем все вместе. Обязательно. Для детской нужно что-нибудь повеселее. А где у нас будет детская? Но в спальне, конечно. Ну, тогда, может, эти? Да, вот эти хорошие, такие светленькие. Слезы печали застучали по крыше. Сердце пустое бьется тише и тише. Так вот, оказывается, кто автор этой мелодии. Да нет, что вы. Мне чужая слава не нужна. А признайтесь, вы же, наверное, сочиняете музыку? С чего вы взяли? Нет, музыку я не писал. Бетховена из меня не получилось бы. А вот пианистом я был. Хорошим пианистом. Крепким, как тогда говорили. И мог бы даже стать выдающимся. И что? Ой-ой, аккуратней. Что вам помешало? Руку сломали? Нет, руку я не ломал. Жизнь сама все переломала. Вернее, поставила на свои места. Клавдия, мы тогда были молоды, стала лауреатом международного конкурса. Ах, какой редкой сопрано, говорили все вокруг. В Италии в их теплом климате такие рождаются раз в 100 лет. А у нас среди зимы и снега, ну, сами понимаете. Ну, словом, пока Клавдия гастролировала по заграницам, я с Аленкой сидел. Утром ясли, потом школа началась, музыкальная школа. Танцы, уроки рисования. Давайте. Так что было не до музыки. Пришлось идти в настройщики. Я сверну. Как все похоже.
Получается, мы с вами оба пожертвовали собой. Я ведь тоже и Олега учила, и сама училась. Так детей хотела. А он все отговаривал. Мол, не сейчас. Надо свою жизнь устроить. Квартиры, ремонт и так далее. А в результате, как говорится, в сухом остатке вещества ничего. А я актрисой хотела быть. Mm-hmm. Угу. Хотела стать. Большие надежды подавала, а вот теперь технолог. Печенье, мармелад, шоколад. Банально, да? Я так не думаю. Вы как говорят, сладкая женщина. Вы пиццу заказывали? Нет. А это квартира Зайцевых? Зайцевы этажом выше. Извините. А может, нам действительно перекусить? Конфеты. Никуда от них. Ира, я хочу сказать, что еще несколько дней назад передо мной были закрыты все двери, и я не мог ни до кого достучаться. Но теперь я точно знаю, что если перед тобой закрыты одни двери, то обязательно откроются другие. А я, кстати, ключи новые сделала. Пусть у вас будут ключи от дома. Исчезла-то? Начальство интересуется, где наша незаменимая, отпуск твой заканчивается. Чего ты не звонила-то, а? Рим, да некогда мне. Аленку вон одну на полчаса оставила. Бегу, переживаю, как она там. Аленку, Аленку. Взвалила на себя непосильную ношу. Что будет, если твоя Аленка узнает, кто ты на самом деле? Ой, какая ты умная, Рим. Сама все понимаешь. Вот поэтому и не звоню. Почему? Потому что мне надоело слушать, какая я глупая. Ты меня прости, пожалуйста. Мне правда некогда. Ира! Ты что, обиделась? Да ты что, у меня сердце за тебя болит. Рим, все, хватит. Я действительно тороплюсь. Ира, Ирочка, ну ты прости меня, пожалуйста. Ты все правильно решила. Ты вообще умница. Это я дурочка какая-то вообще. Ну ты что? Ну ты что, не соскучилась по мне, что ли, вообще? А? Можно я в гости к вам как-нибудь приду? Ну, приходи, конечно, мы будем рады. Приходи, буду ждать тебя. Ирка! Привет. Привет, Алена. Кто это? Алена, это я. Ты разве меня не узнаешь? Зачем ты пришел? Послушай, я звоню тебе на работу, ты не берешь трубку. Я звоню тебе домой, ты не берешь трубку. И не возьму. Зачем? Как зачем? Валь! Привет! Привет, Ириш! Подождете меня с Аленой, а? Конечно! Алена, Алена, я сейчас. Привет. Привет. Зачем ты пришел? Не знаю. Просто пришел поговорить. Хотел узнать, как ты живешь. Как?
Только теперь я и живу, Олег. Вот как? Да. У тебя с ним отношения, да? С ним, с этим? А это тебя не касается. Мы с тобой давно разведены. Ты, кстати, документы забери сюда. Ты свободен? Послушай. Послушай, я просто пришел поговорить. Ну, нам не о чем говорить, Олег. Ты ушла с работы, да? Нет, я взяла отпуск без содержания, но девочка родится. Уйду в декрет. В декрет? Почему ты уйдешь в декрет с моим ребенком? Это мой ребенок. Размечтался. Ты теперь не имеешь к нему никакого отношения. Да? А кто имеет? Ну так мне просто интересно. Ванечка, Алена и я. Нет. Ты не можешь так со мной, слышишь? Не можешь. Я пообещал тебе, что не буду говорить Алене, кто ты, но и ты. Слышишь? Будь человеком. У тебя один и тот же метод, шантаж. Сволочь ты. Ты бы Алену пожалел, ей нельзя волноваться. И ребенка своего. Ну что с тобой, а? Ну почему ты так со мной разговариваешь, а? Ну что с тобой? А? Ты понимаешь, что она родит ребенка, вернется ко мне, а ты будешь одна, опять одна. Замолчи. Что, опоздали? Ничего. А что случилось-то? Все в порядке. А кто это был? Это был Олег. Привет. Приветствую. Ваши, как всегда, на том месте. Да? Как всегда, да. Ну, отлично. Пускай сидят на своем месте. А я сегодня здесь. Наши, как всегда, не в форме, проигрывают. Mm-hmm. А вам, как обычно, пинту темного? Да нет, друг мой. Налей-ка мне сегодня водочки. О. Да, знаешь, бывают такие моменты в жизни, когда полагается водки выпить. По традиции. Случилось что? Угу. Горе какое. Да, горе. Это ты точно заметил. Ха. Бабы, что ли, расстроили? Угу. Ты смотри-ка, в жизни разбираешься. Ну. Все же зло от баб, да? Ну. А причем мы сразу обе расстроили. Или я их расстроил. Это я зло. Я им мешаю жить обеим. Я им все усложняю, все порчу. Налей-ка мне еще водочки, а? Тебя как зовут? Антон. Антон? Знаешь что, Антон? У меня ребенок будет. Поздравляю. Девочка. Только что узнали об этом? Да нет. Узнал давно, только сегодня осознал. А. Так что, Антон, ухожу в декрет. Угу. Да. Она в декрет. И я в декрет. А? Ну, не. А что, хорошая мысль, а? Не. Лучше няню. Да? Да. Моя сестренка няню взяла. Сама на работу вышла. Да ты что? Да. Няню? Няню. Няню. А что? Хорошая мысль. Ирина, дорогая наша Ира. Спасибо. Вот, у тебя сегодня день рождения. Именины сердца. И у нас есть прекрасный повод сказать тебе важные слова. Говорю. Вот, ты пришла в нашу жизнь и все в ней изменила. Ты, конечно, ты удивительный человек. В тебе столько теплоты и добра. И ты
так заслуживаешь своего счастья. Ваше счастье, Ирина Петровна. Спасибо. Спасибо. Ура. Ура. Олег, еще мне две. Угу. На день рождения принято дарить подарки. Вот это вам от нас с папой. Ой. Спасибо. О, какая красивая. Эту брошь носила моя бабушка и никогда не снимала. Теперь я хочу, чтобы ее носили вы. Вот. Какая красота. Я сейчас одену. Вам нравится? Нравится. Алло, да? Я слушаю. Извините. Пойдем. Девочки, вы надолго меня покидаете? Мы сейчас. Пап, пойдем. Алло, да, я слушаю. Алло, это я, ваша няня. Какая няня? Няня внучки. Олег Константинович, это вы? Няня, вернее, это доктор, врач. Какой еще врач? Врач, который всех вылечит. Вы что, выпили? Короче, послушайте, нам надо встретиться. Нам не о чем с вами разговаривать. До свидания. Да нет, Иван Александрович, нам... Есть о чем разговаривать. Вы меня послушайте, если вам не безразлично здоровье вашей дочери, вашей внучки, то я вас жду завтра у метро «Динамо». В 7 вечера на Петровской аллее. Хорошо? Давайте, я вас жду. Но пока. Давай еще. И мне захотелось все изменить. Конечно. Конечно, это слабость. Но я, понимаете, я полюбил ее. Действительно ее полюбил. Прошу вас, поверьте мне. Мне нужен еще один шанс. Она должна меня услышать. Хорошо. Я постараюсь. Приноровишься, у тебя крючочек сам будет петельки вязать? Трудно пока. Что вяжете? Пинеточки для маленькой. Рима, а какого цвета нитки? Какого? Розовенького, как для девочек положено. Вы когда рожать будете? Скоро. Ну, расскажи, как там наши? Да как, по-разному. Вероника-то разводится со своим богатеньким. Как быстро, а? Как люди все успевают? Ален, чай будешь? Нет, я пойду к себе. Спать хочу. Я сама. Раз, два. Ой, держись. Раз, два, три. Как у вас тихо, спокойно. А помнишь, как начиналось? Кошка с собакой. А где хозяин дома? Он тебе ничего не говорил, кстати? Нет, о чем? Да, Олег приходил на фабрику. Сказал, что врача нашел. Ну, Алену будет лечить. Со Сметаниным договорился. Тот им квартиру отдает. С кем договорился? С Иваном Силантичем.
Может, врет? Да не может быть этого. Неправда это все. Он просто не мог так поступить, он бы мне сказал. Мы доверяем друг другу. Я люблю его. Ира, любовь приходит не одна, она приходит с бедами и заботами. Я Иван Силантьевич понимаю, он хочет, чтобы Аленка выздоровела. И ты этого хочешь, только боишься. Ну, мне пора, я пойду. Целый день плохо себя чувствовала. Спит. А у нас ничего не случилось? Я хотела поговорить с вами, Иван Силантьевич. Сейчас? О чем? Папа! Да. Да, Аленушка. Ну, как ты? Привет. Привет. Ой! Привет. Что такое? Ай-яй-яй! Что? Ай! Ну, ой! Кира, Кира! Ай, Ирина Петровна! Успокойся! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Боже, как больно! Вань, я хочу поговорить с тобой. Нет, Ириш, не сейчас. Сметанины? Да. Девочка у вас здоровенькая. 3800. О, Господи. А Алена, мама малышки, как она себя чувствует? Хорошо. Роды прошли не очень, но сейчас хорошо. Правда? А можно ее увидеть? Ее сейчас увезли в палату. С ребенком она. Как? Ей нельзя одной с ребенком? Это опасно. Да уже не опасно. Здорова ваша дочь. Не только слышит своего малыша, но и видит. Спасибо, доктор. Ира, спасибо. Счастливо. Огромное вам спасибо. Огромное. До свидания. Ну все, иди к ней. Я вам больше не нужна. Вы все сами теперь сможете. Дурочка ты моя. Пойдем к ней. Она сама тебе скажет, куда мы без тебя. Не-не-не. Теперь есть ты, твоя дочка, внучка. Вы будете счастливы, у вас семья. Ремонт закончен, вы переедете. А мне домой пора. Подожди, ты... Мы же привыкли все вместе. Нет, Вань, мне кажется, ты можешь принимать решение без меня. Ну подожди, как ты так можешь? Ты же ничего не знаешь. Я, к сожалению, все знаю. Я была просто сиделкой, а ты устроил счастье дочери. Ира! Ира, ты что говор... Привет. Ой. Бог ты мой. Здравствуй. Как ты, доченька? Ничего. Ты мое сокровище. Радость ты моя. Ой, какое же счастье, что ты ее видишь. А где Ирина Петровна? Забит. Смотри-ка. Бровки, бровки твои. Ой. Где Ирина Петровна? Она придет. Ей надо время. Да? Моя сладкая. Счастье мое. Между вами что-то произошло? Что? Это из-за меня и Олега? Из-за тебя, из-за Олега, из-за меня. Ой, ну и лопух ты, папочка. Угу.
вот и вы. Алена, Семен Семенович. Поздравляю вас. У нас девочка. Алена. Апельсины категорически нельзя. Нельзя кормящим апельсины. И цветы, наверное, тоже. Пап, ты куда? Пойду маме позвоню. Она ждет. Послушай, Иван. Как я виноват перед тобой, но ты же такое счастье. А? Ты и я. Наш малыш. Я пришел вернуть тебе ключи. Какие ключи? Вот. Ты идиот. Я знаю. А как твоя фамилия? Точно идиот. Блинова, ты же знаешь. Блинова, не забирай у меня ключи. Пожалуйста. Какие блины без сметаны? Будь моей женой. М? Из блиновой стать сметаниной? Сметанина из блиновой. Я подумаю. До вечера. Угу. А вечером у меня занятия. У нас в группе новичок Иван Сметанин. Прошу вас. Ничего, что без отчества. Давай. Хорошо. Здрасте. А партнершей его будет Ирочка Блинова. С сегодняшнего дня Сметанина.